Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня на обзоре, вот я сейчас ходил на почту, получил заказ с AliExpress. Это подсветка для телевизора. Шнур USB с подключением к светодиодной ленте. Пульт управления цветами, яркостью. И катушка, собственно, с самой светодиодной лентой. Сразу говорю, что этим я занимаюсь впервые. Телевизор, как видите, я его положил экраном вниз. Начинаю разматывать катушку со светодиодной лентой. Вот. Так. Здесь у нас она крепится двухсторонним скотчем. Так, теперь для начала мы подсоединим адаптер к светодиодной ленте. Вот. Теперь берем штекер USB. Сейчас открою. Вот. Теперь нужно эту ленту наклеить на заднюю стенку телевизора. Очень крепкая лента. Вот сейчас я приклеил так, но, к сожалению, здесь вот на этих сгибах не предусмотрено как бы получше их прикрепить, а так приклеилась вроде бы. Вот эти вот углы, да, они безобразные. Следующий этап – это подключение шнура штекера USB в разъем USB телевизора. Так, понял. Опа. Подключил. Китайцы предусмотрительные, они когда отправляют, или на заводе так делают, они вставляют там, где отсек для батареи, вот такую штучку, чтобы батарейка не разряжалась. Я ее, соответственно, вытаскиваю и вот тут батарейка. Вставляю его обратно. Закрываю. Ну а теперь попробуем, как светодиодная лента работает. На пульте нажимаю кнопку включения. Подсветка загорелась автоматически красным цветом. Переключаю на синий, она загорается синим. Сейчас работает переливание цветов. Это после нажатия на кнопку
Стробоскоп. Строб. Вот, разными цветами. Так, желтый попробуем. Он не совсем желтый такой. Синий. Не совсем цвета совпадают с цветами кнопок пульта. Так, это не работает. Ну, какие-то клавиши тут просто не задействованы. Кнопка выключения выключилась. Включим. Включается. Вот, больше мне понравился режим стробоскопа. Это переливание всех цветов. И самый такой приятный цвет — это синий. Вот такое подключение светодиодной ленты. Возможно, что я выбрал ее не по размеру, не по длине, поэтому так получилось. Хотя отражение от стены в темноте должно быть очень хорошим. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Помочь мне решить?